На стойке находится коромысло с двумя алюминиевыми кольцами. На одной стороне коромысла закреплено сплошное алюминиевое кольцо. На другой стороне закреплено кольцо с разрезом. При попытке ввести в сплошное кольцо полюс магнита, коромысло приходит во вращение в направлении движения магнита. Меняя направление движения магнита, можно изменить и направление вращения коромысла. Обратите внимание на то, что магнит не касается стенок кольца. Если магнит вводить в кольцо с прорезью, движение коромысла не возникает. Посмотрим, что будет происходить, если из сплошного кольца пытаться удалить введенный туда магнит. Коромысло снова приходит во вращение, устремляясь за полюсом магнита.